Итак, всем привет, с вами я, Инксер, и мы сегодня снова поиграем в Модал 2. Только вот, конечно, не знаю, как эту рубрику это назвать. То есть, ну, типа, реальная жизнь Модал 2, или типа... Ну, типа, что-то наподобие этого. Короче, первая серия, и сегодняшней серии мы... Я решил купить автомобиль. Вот мой дом, и я решил купить себе автомобиль. Я вот такой заказал эвакуатор. Сейчас мы поедем покупать автомобиль. Возможно, тюнинговать его. На вот такой вот газельке. Эвакуаторе. Ладно, всё, вам, скорее всего, всё равно неинтересно. Так что мы садимся и едем. Надо какой-нибудь музончик рубить. Во, вот так вот нормальненько. Ну, а теперь мы поедем с этой Оли, как он там уже забыл называется. Так, сейчас, погодите. Мы посмотрим... Так, ну... А, вспомнил. Поехали дальше. Ух, фига себе. Полицейский разворот называется. Так, все нам зелененький. Так, стоп, куда едем? Сейчас погодите. Надо припарковаться, вспомнить. Сейчас погодите. И припаркуюсь, и вспомню, куда надо ехать. Я чуть забыл реально. Итак, короче, продолжаем. Я вспомню, куда надо ехать. Я заодно еще вот в этот магазинчик сходил. Купил продуктики. Ну, теперь мы можем ехать. Так, я тут музыку вырублю или что? Не понял. Че? Так, стоп. Блин, вот уже ночь наступила. Темнее, я, короче, не знаю, но ему там что-то... ему там, короче, мешает что-то проехать. И я не мог как-то выехать. Ну, ладно, все, поехали. Мы вспомнили, куда надо ехать. Мы сейчас едем туда. Под музончик я пока ничего не буду говорить. Заодно вы узнаете, где можно покупать и ремонтировать, и тюнинговать. Ну, а мы сейчас можете перемотать, может, чего, но чтобы видео не получалось слишком уж короткое у меня, я поэтому снимаю, как я туда еду. Типа, соблюдая правила, пока нам сейчас красненько, да, как это... Маленько так уже. Фары у меня горят, ничего. У меня дышок, что ли, фара залетел на тюрьму. Всё, нам сейчас зелёный будет. Какие неполадки были. Ну ладно, мы почти подъехали, кстати. Ну давай еще. Алло, зелёный. Ну что-то хуйня. Да мужик раз... Сгореться, пока ты тут едешь. Еще одна авария произошла. Мы не будем останавливаться. Так, сейчас нам будет завернуть. Вот так останавливаемся. Поворотник, к сожалению, не работает так, но вроде бы никого нет, мы можем заворачивать. Никому не мешаем, вот так можем на встречку. Пока бы очень большие, очень длинный автомобиль-то у нас как бы.
так заворачиваем, никого уже нету. Мы заворачиваем. И едем вот сюда, в это СТО. Сейчас мы вот здесь вот так разворачиваемся. Вот так вот снимаем. Так, все, вроде бы я никуда не врезаюсь, у меня ничего не сломалось на газельке. Ну вот, я иду покупать автомобиль. А вы это увидите через несколько секунд, потому что я опять поставлю просто на паузу. Вот, тест того машины. Ну я пошел, а вы это все увидите через несколько секундочек. Так, короче, я купил себе автомобиль, выбрал его, протюнинговал. Он довольно крутой. Автомобиль русская, компания русская. Напишите пока что догадки в комментариях. Ну а сейчас, через несколько секунд, я вам покажу эту автомобиль. Ну да, не удивляйтесь, я люблю советский автопром, все с этим связано. И в итоге я купил Ладу 2199, то есть 99-ю модель. Я у нее много чего прокачал. Я сделал такие вот колеса дрифтовые, вот так их занизил и... Блин, забыл, как это называется. Раздвиг, короче, в разные стороны. Как он там называется-то? Вот, потом также сделал вот такие вот эти, как там... винилы, вот такой... 40-47, такую вот еще полосочку вот к концу автомобиля. Тут фары. Номерок поставил. Вот. И последний, самый последний движок, который стоит около там 100 рубинов, что ли, или сколько он там. Все, давайте посмотрим. Кстати, эвакуатор пропал. Печалька. Может быть, владелец его забрал? Сейчас мы посмотрим. Так. Нам нужно было шо посмотреть. Тайм-ап, движок. Да, самый последний. Вот который там стоили сколько там кристаллов. Соль. Он у меня. У меня не было 100 кристаллов. И вот, короче, вот такой вот у меня автомобиль получился. Я все буду дорабатывать, у меня еще будут появляться другие автомобили. Но так-то он очень медленный. Ну, вот теперь вот так вот, с таким движком, с такими колесами, вот так вот можно дрифтить. Вот. Все уже, утро началось. Все, ночью не спал, ничего не делал. А теперь давайте просто подрифтим. Так вот, короче, приехал к дому, придрифтил к дому, точнее. Ну, тут нечего
подумаешь, починю. Что тут? Краска слетела с капота. Искрыла немного. Ничего, даже не разбилась. Ехать она может. Просто краску закрасить и все. Ну и на этом, я думаю, можно заканчивать эту серию. Я не знаю, пишите в комментариях, как мне называть, типа, это отдельная просто была серия какая-то про то, что я купил себе автомобиль, или, типа, про реальную жизнь, может быть, мне снимать. Напишите это в комментариях. Ну, а на этом мы заканчиваем эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до свидания. Всем пока.